Доброй ночи, с вами Николай, и мы играем в Королевство Амалур. Да-да-да, ночь. Ночь на дворе, я играю. Ну, можно себе позволить, пока у меня 4 выходных. Сегодня один, ой, я уже профукал, осталось 3. И потом снова будем работать. Ну, ладно, это все минусы, это все не важно. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Я забыл, подождите. Ага, все, теперь вспомнил. Поедем сперва в Камерок. Да. В Камерок. Выложим вещи. Продадимся. Ну и всякое такое фигней пострадаем, да? Да. Пострадать, аксессуары. Смотрим. Медальон хладостойкости. Продажа. Мурон. Скару, шанс вкрыть вас. За удар. Не. Оставлю. Ну не. Ну, я его просто оставлю, магистра. И этот. Надо будет положить. Выложим немножко вещей и пойдем. Так, какая-то положим, будем посмотреть. Да нет, мне интересно, покрепальная. Вот это положим. Чикс. Все остальное на продажу, правильно? Да. Поехали. Най, на-на-на-на. Жалко, музыку нельзя включить. Я люблю музыку послушать иногда, когда играю. Либо книжку. Но она будет мешать. Да, кстати, эта серия будет не слишком-то и большая, по сути. Я основное задание пройду. Стоп. Продажная женщина. We've still a long way now. What is it? Это продать, пока оставить. Вот это я что-то протыкал. Бойся леса. Ну, это она все время говорит. Бойся леса. Иди лесом. Сейчас, 2 секунды. Ой, правда. Хорошо. Можно продолжать. Буду основной проходить. Задание. Да. Так, задание, правильно, посуда, старый друг. Руки Марса. Или пройти. Магическую штучку получу. Ладно, пройду я там миссию потом.
Да интересно. Дадут мне колечко прикольное или нет? Или нафиг не надо было? Короче, ладно, прохожу все. Призыватели могут усилиться с рядом своих успешников, если видите, что... Ты из Холи Аркана, не так ли? Для меня большая честь, мы знакомимся с тобой. Я понимаю, что моя послание было неверно. Сперва я не понимала, с чем я имею дело. Просто Shardfall, он изменился. Что такое? Shardfall это пещера на северо-западе. Мне добавили тайского. Там всегда было прохладно, но теперь стало просто холодно. Еще этот гулей, будто пещера злится. Только нет, забыл, потому что я долго отправился в пещеру, забыл сами, и постоянно пропал. Пещера воет, она не просто ветер, вещала тут как ветер, пещера. I couldn't take the cold. I tried to find my assistant, but I failed. Like one made from a bargain. I heard of one ranging north of Emer. You can kill it, fetch me its heart, and I'll be here. Ну, давай сходим. Баргест. Мне бы еще найти убить. Гадость, Баргест. Яноплюй. Баргест, лучник, Баргест. Баргест. Не баргесты, что ли, блин? Задрали. Ладно. Watch yourself. Ну, волчара, баргест. Ой, я что забыл? Ну ты ж сучья морда. Лежать, сучья. Да, мне надо еще уровень поднимать и поднимать. Да что они меня так легко покоцали, гады. Блинские крысы. Ха-ха-ха, за ленем, тюблин. Так, чувак, а ты кто и почему ты тут ходишь? Я тебя не помню. Good day. The heart of a Paragon Bargist. Incredibly tough. There, take it. You're better suited to plumbing the depths of Shardfall than I. Years ago, I read a treatise from Savant Hadras Llewellyn that suggested frost magic was particularly potent there. All I really know is something dark is happening within. Известно только то, что внутри творится что-то ужасное. Будь осторожен. Магазин, что у тебя здесь? Самоцветы. Все, я понял. Это тот, которого я искал. Ну, я помню, я с ним разговаривал и видел, что у него самоцветы есть. Он, оказывается, здесь был. Пора наберет свое название Йода на слово, которое можно привести как путешественник. Шердерфул, следом Шардерфул. Подожди, а он должен быть одетый или нет? Мне просто интересно.
Согревающая подвеска. Надо будет, чтобы она одетая была, либо можно просто, чтобы в инвентаре было. Вот в чем вопрос. Так, 4 штучки удалим. Так, жизни не уходит. Ага, нормально, я могу уже пройти, это хорошо. Жизни не уходит. Блин, аж ветер завывает. Зябко стало сразу неприятно. Да вы задрали, дайте же шьёк. Не, не дадут. Да иди ты нахрен, короче. Придется так убивать. Сучандра, сюда иди. Устойчивость, я тебе покажу. Устойчивость. Мудила. Да я хотел массовиком ударить. Не получилось. Гады. Взяли, попинали меня. Ну, я сам виноват. Неправильная тактика. Ты ж, блин, да шо ж меня в этой пещере все бьют? Знаки какие-то странные. Вот так вот я хотел в прошлый раз сделать. Подбежал, бахнуть и убежал. Видеть не получилось. Упс, замерз.
Да хоры тебе уже. У тебя защита от льда должна быть, ты ж льдом работаешь. Не продуман этот момент. Так, какая-то хрень большая. Сохранить. Вот нафиг ты на него попер, а? Опять недоделка. Мастерский посох, но в Apex Translation Found. То есть кто-то не доделал. Это бывает, когда как не полностью всю игру как, просмотрели. Translation Found, но Apex Translation. То есть должны были его доделать. Так же самое с тем носовичком. Я вам потом, если что, покажу. Носовой платок. Который нашел, и там, получается, он, ну, надпись есть, а самой картинки нету. То есть и там... Который тоже, блин, на картинке, ну, квадратик. Квадратик, замесь картинки. Медвежу. Нормально. Видишь, как присел. Это, походу, ученик, да? Так, кольцо Данели Кэти. Да. Не дошел, понятно. Ну что, бывает. Я так понял, здесь часто такое бывает. Я у тебя уже сожталась, как недолго судьбу проверить, правда? Моя нынешняя облачка куда сильнее, чем когда ты насылал в прошлый раз. А, это та чувиха, которая с вот этим, с льдом. Ой, с льдом, с огнем. Что ты тут делаешь? Сидеть, хрустальная паутина. Так тогда назвали это место, когда были подходящие названия, чем Shadow Call, правда? Мой народ перестал ценить слова, с моего прошлого посещения этот мир так изменился. Я уже давно уяснил, что единственный достойный поиск и ответ лежат в смерти, смертной. Смерти и только в смерти. Ну, ты очаровательный, такой молодой, такой наивный. Я могу просто ждать тебя... Как этого бедного гранильщика. Однажды я, может быть, так и сделаю. Но пока что разговор окончен, у меня нет времени, а твоя буква меня утомляет.
Let's see if you've learned. Научился. Ты лошара. Вот кто ты. О, так... Ах, офигеть, это же шикарно. Они мне полностью сет дадут. Получится за прохождение... за прохождение, короче, гильдии магов, давайте так будем называть. Я получу полный сет хороших вещей. Что тут? Соли скорпия. Вообще, по идее, должно уже потеплеть. Отсюда выходить, потому что мне самому становится уже прохладнее. Кстати, чушь. Если здесь все замораживает, почему не замерзла водичка? Ага. Вопрос. Правильно, правильно. Как выяснишь, что случилось с моей помощью, пожалуйста, дай мне знать. Это его ринг, right? Дэнелл был парень, перспективный. Вот, возьми. Я сделаю их для Дэнелла, но может и тебе пригодятся. Отлично, наркомника, гранщики камней. И что они дают? Это броня и это перчатки. Плюс один к огранке. Довольно неплохо. Ну, в смысле, когда буду огранивать. А вот это вообще хорошо. Это жирно, можно сказать. Вот для варкара, варкара. Наверное. Ну, знаете, что сходим? Летний фей, летний фей. Тигр где-то с большой дороги. Подвижник карты местности. Грабитель с большой дороги. Что? А, все, я вспомнил. Нет, не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Это утол с проклятием. Да нафиг оно парится. Я вам говорю, такая конченная миссия. И мне там надо. Друзья, что мне надо? Мне надо. Наблюдательность на один повысить. Тогда можно. Магазин выходцу. Герард. Герард. Да, сходим. Так. Где мой учитель по фехтованию? Вы сказали, что он будет где-то здесь. Я же четко помню. Наведем обучение. Обучение кто-то есть. Ну кто? Кузнеца. Пошли к кузнецу. Но кузнеца я уже все умею, так что мне смысла нет у кузнеца учиться. Нет, не кузнец. What do you need? Ой, ремонт мне нужен. Пожалуйста. И пусы. 6 тысяч это не так уж и много.
Какая лесть? 47. Да-да-да. Блин, а учитель где, а? Тичер! Тичер, ты где? Кто меня может обучить, а? Наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Да. Чувак, вот этот. Mark my words. Вполне славится. У нас будут проблемы из этих фей, да, обучение. Обнаружение. Обучиться. Замечательно. Даже шикарно, можно сказать. Сохранить. Еще можно? Welcome to Gorehart Inn. Обучение уже достигнуто. Жалько. Жалько и печалька. Так, статус, навыки, да? И смотрим. Мне бы еще торговлю поднять. Ну. Нарушение. Можно обезвредить ловушки. Так, хорошо. Need supplies. Ну, песен очень хорошо. Ну, немножко попутешествуем. Чик-чик. Too bold even for my favor mortal. Casting your lot with the maid of Windermere is truly deranged. And I usually enjoy deranged. Looking forward to it. Еще хочу. You're even more dangerous than I first believed. No one has ever allied with the maid of Windermere. No one until you, that is. Или ниже на любом уровне. Бай-бай. Бай-бай. Это, конечно, прикольно, что бай-бай. Ты мне еще раз учи, пожалуйста. Хочу! Чуть-чуть. Нет, ну, женщина. Прикольно. Ну, в том смысле, разговаривает прикольно. Сама не очень. Угловатые черты лица. Ну, такая. Нанжен-лин. Ну, скулами сейчас. Не скулы, а уже вот это. Под глазами. Дуги вот эти, видите, как увеличены? Скулы. Ну, может, и скулы. Увеличены. Вот так. Блять, я через нее вижу вот эту вторую стенку. Вон, смотрите. Nice to have you back. Greetings. Способность, неспособность, статус, навыки. Обаяние. Стоимость взятки за просвещение снижена на 20%. Повышает шанс прижения собеседника стоит точки зрения. Замечательно. Все. Да, поехали теперь конерок. Зачем? Хочу с этого вещи взять. Поменять немножко. Чуть-чуть вот здесь вот раз. Теперь смотрите. Если оно будет то, что мне надо,
будет шикарно. Тайная рука. Есть? Скажи, что есть. Ну, пожалуйста. Тапки, тапки, туфли. Нет, нету. Блять, пиздец. Я так понадеялся. А, мне вот эту, по-моему, дали. Хих-хих-хих-хих. Как же ж нехорошо. Так, кераса, нет, туфли. Туфли, туфли. Тердона. Там на воинский шоссе Тердона, Тердона. Ну, видишь, Тердона почти собрана. Дом была мне интересна. Туфли мазорных узоров. Морозных узоров тоже неинтересно. Вот это можно продать. Туфли по вестникам. Больня. Зараза. А такие прикольные. Чаточки. Ладно, а что он дает? Плюс 25% манна. Не, ну тут с одной стороны хорошо, с другой стороны. Есть восстановление маны. 24 защита. Пока нет. Жаль, жаль, жалко, жалко, ну ничего. Поехали. Тай, блин! Ну, печалька и досада. Что ж ты сделаешь? Ну, как нет. Будем искать, будем искать. Значит, смысла нет проходить. Подожди, стоп. Задание. Шитопола засчитаться перед ангаром. Хорошо, без проблем. Поехали. Нет. Сюда. Блин, США далеко, там же ж бежать. Ну да. Зараза, верхний город. Там еще. Карта местности. Блять, не туда. Подожди, я не туда попал. Ну да. Остальные замка Грета зависят от наличия материала. Замок? Ну, туда нельзя. Херу. Понял. О, девушка, вы пересели. Вот она. Это ту, которую я искал. Помните, я говорил? На мосту. В прошлый раз она на мосту здесь гуляла. Прикольненькая моделька. Красиво сделана. Приятно глазу. Глазам. Глазищу. Если вы заметите за совершение расстояния, если вы наследите, может развеять боги город на несколько... некоторое время, и потом можете опять пройти и начудить. Городская сража вся в квартире держит что-то там, ну, короче, не опять нечто. Команда пятого этапа. Ой, шпатки хочу. Да, может, я буду уже спать, кончиться. Сейчас чуть-чуть еще погуляем. Hello. Hello. В Витере находится самая громкая место рождения, полезная неисполнение во всем землях феи. Дядька, я пришел. You were the new initiate that has everyone talking. I heard how indispensable you were in stopping that necromancer in Melaglia.
I am Aaron Methneed. Мудрец Эмгара предложил поздравить тебя с неизбежной победой. Как он выразился, передать тебе вот это. Кроме того, он просил передать, что ждет тебя на вершине горы Sky Crown на юге. Зачем, я знаю. Но, наверное, записки разъяснены подробнее. Good luck! Аксессуар. Кольцо. Кольцо адепта. Ну, почти. Не такое, как у меня, но пойдет. Сейчас посмотрим. Hello. Ладно, задание, смотрим. Прорыв осады. Встретиться с Эллен Харом в Ретире. Оратора, правящая совет Ретиры, Эллен Харт должен дать давление, прежде чем коллега корабли и войска отправятся в Малсажен. Телен попросил меня найти Эллен Харт и объяснить причину. Сохранить. Поехали. Стоп, это что у нас? Разбитие врата Тила. Врата Тила, врата Тила, врата Тила, нет потом. Если нашли предмет с ячейкой, поехали, ладно. Добро пожаловать, Эдот. Move along, citizen. Проходи, не задержишься, гражданин. So then she looked at me and said. Сохранить. Здрасте. Ready to listen to reason? Хочешь послушать разумным доводом? Посмотри на сестру Ретир через пролив, на ее вечерние стены, на ее сожженные сады. Ее спина, она обломилась от десятилетней воды. Мы принимаем беженцев, отправляем еду, которая может поделиться. Мы пытаемся облегчить ее боль, но все это 10 лет я стою здесь и смотрю, как он медленно умирает. И ты считаешь, что генерал неудачник старый капец спасут ее? Почему мы должны чем-то жертвовать ради безнадежной фантазии Телеры? Наш город уже переполнен ранеными из Малсаншира. Мы не можем позволить себе помочь вам, но они могут. Те, кто поправился с ним, мечтают вернуться на стены, где они сражались все это время. Тебе недорога твоя жизнь? Им тоже. Капитан Додвин поведет ваш корабль дураков. Но надежды Ретира слишком часто воспрелялись, когда вы потерпели неудачи. Найдите все силы выбраться из смерти вместо бесчестия. Go to the eastern docks in the lower city and find go. Save our sister across the sky. Малыншир. Карта. Карта. Ну где? Малыншир. Ага, то есть... Давай тогда закончим уже здесь все. И... Ну, полностью всю карту перейти. И вот это надо будет... Смотреть, и потом уже пойдем, да? Я считаю, да. Но смысл сейчас переться туда. Старый друг. У меня бутылки. Нет. Подожди, я же, по-моему, поменял. Найти капитана Гантурма к местности. В город. Десять лет достаточно, слишком долго. Мадам. Нет, стрёмная мадам. Мадама стрёмная немного. Городская стража. Все родители держат под гуд. Некоторые противники обладают уязвимостью, как один типа Роуна. Поехали. Do not miss Leah Griff's many marvels. Чудеса.
что это за кружочек? Совещать вратир. Уровень 10 плюс. My ship is free. Мы же сейчас выгонены, и он в вашем распоряжении, друзья. Если бы не вы не прибыли к этой жены, я бы не рискнул выйти в неростные северные воды и вы за день давно покинул бы остров. Но ради вас я готов пойти на это, я готов. Путь на остров Эамон. Что такое остров Эамон? Вот это? Аспост. Винхус. Чего-то там. Или не это? Лилия, Лабастра, Кваркин. Вот это по идее, наверное. Ладно. Нет, я пока не готов плыть. Не готов. Задание. Сделаем задание магов. Потом найдем еще одного союзника, которого внизу в пустыне. Короче, надо пообшаривать здесь, поделать по максимуму задания, а потом уже идти, да? Я думаю, да. Я не всю карту здесь обыскал. Тим, крудочек, дорогой мой, иди ко мне. Кис. Блядские твари. Сдохли, сволочи. Так, поехали. Крудочек. Крудилище. Ха. Шары. Так, все. Стоп, что это эксперимент с урнами, не интересно. Мы смотрели. Ничего нормального нету там. Так, можно по прямой. Поехали. Это мне напоминает саванну африканскую. Ну, такие деревья там. У нас они не распространены в такой степени. А это более похоже на вот этот, на африканские. Не знаю, почему-то у меня такое чувство. И скалы, вот это тоже там такие породы. Сразу вспоминается король лев. Так, пошли вот сюда. Етинская пещера. Ага, хорошо, да, все правильно. Я пошел, подожди, а там что тогда было? Проход, все, я понял. А, Богор, чё, блин? Да я не могу понять, на карте показывают, что у меня еще один враг. Это не та дверька дальше. Берегу тебя сверху.
скоро вернусь, уважаемые ищем. Я не прочту. Так, кто тут у нас? Не идите на опять. Блин, балл. Так. Что-то интересное. Ну-ну-ну. Не вижу. Нет. Ничего не оставили. Магическую ловушку только поставили. Сволочи! Жадные! Поехали дальше. У меня скелет застрял. Где-то там. Позади. Скелет! Давай. Промахнулся! Блять, вы что делаете? И все? Чё, блин, я думал разобрал и нормально, оно просто его деактивировать и все. Так даже не интересно как-то. Еще кто-то вылезет. Ну давай. Смысла нет. Такс, и... Вот, вот это можно будет. Ну это хорошо. Да. По любасику будем его загружать. Тут без вариантов вообще.
поближе сохраняем. Мне нужен этот эпик. Молодец. Ой, ты умничка. Какой ты хороший. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Мантия темного империи. Она хуже, чем мантия. Да ладно. Охренеть. Зараза. Ну как мне с тобой? Способности магии. Что за способности магии? Что такое способности магии? Способности. Ну-ка, подожди, стой, способности магии. Ага. То есть, если я сниму, у меня будет на один навык меньше, да? 6 из 5. Все, я вас понял. Слышь, ну куда? Империя отпадает. Империя отпадает. Печально, конечно, что делать. Поехали. Да ты задрал. А, блин, что я туплю. Я не ту клавишу нажимал. Я не ту клавишу нажимал. Ужас. Ай, боже, боже. Как же можно так купить? С тебя забрали. С тебя тоже забрали плату. Замечательно, сундучок еще раз заберем. Стой, сохранить. Так, с мантией чародея, на рукавник чародея. И все? Чувак, ну не гони. Ебутся-ка ты. Гони. Да смысл? Если я его сейчас одену, я потеряю, короче, плюс 25% к мане и плюс 10% к ледяному урону, потому что и видите ли, эти нарукавники только дают 10 восстановления здоровья. Ой, маны. Бред. Бред. Сука. Козлы. Ой.
что-то там будет сделать свою какую-нибудь прикольную. Ну, свою одежду, свой сет. Потому что, блин, ну, действительно это издевательство. Да, дали мне прикольный. Типа прикольный сет. А по сути, бредятина. Слушай, если я уже эпически смогу делать шмот. Ух, вы меня расстроили. Для того, чтобы типа не зажираться. Скажи, да так, хватит тебе. Так, дядя, ты кто такой? Фии зовут ее Крейтнач Тинтри, гора Скайкраун. Она прекрасна, не правда ли? Как звезда на ночном небе, элемент магии разбросан по всему миру в различных сочетаниях. Это место – узловая точка одного такого узла, разрешенная на ней воздуха и света. Какаадок и Седос, именно. Это обитель молнии. Какаадок, обитель огня. Седос, да. Ты так быстро набрал огромную силу. Это поразительно, правда? Для меня было честью наставлять тебя. Сначала думал, что смогу ее удержать, ее в заключении, но я был самонадеян. Она чудовищно сильна, к тому же неутомима. С тех пор, как ты пришел обряд посвящения, она все глубже проникала в мой разум. Она заставила меня ждать твоего прибытия. Я больше не могу с ней бороться, мне остается только одно. Ран. Все ран. Ну так неинтересно. Гора. Так, с карта мира. Чё? Да так нечестно. Это же не пещера, я на горе. Я понимаю, если бы я в подземелье был, блин. Козлы. Опять. Полчаса бежать. А, ну хотя вот они для того, чтобы спрыгнуть можно. Продумали, да? Ладно. Еще полчаса по пещере пробежать. Да, скорее всего, тоже нельзя, да? Гады, гадюки. Электрический, блин. Не, знаете, вот действительно мне напоминает жилище темных эльфов. Вот если кто читал Роберта Сальваторе, там они жили, ну, конечно, не так, как здесь показано, но ну, больше похоже на жилище темных эльфов. Те, которые поклонялись Лос, паучьей королеве, или богине паучьей королеве. Для гномов это слишком, как сказать, грубая обработка камня. Гномы более красивее делали бы. Эльфы более растительные бы делали. Блять, иди нахуй. Кыш, фу. Сука, заметил.
не успел. Да хары меня бить. Кузю. Пошли. То есть пошли. Ладно, пошли. Короче, всему виной это старый хрыч. Он ее вызвал. Крудочек. Ты спись задрал. Кыш, фу. Идите нафиг. Фу, гадость. Сохранить игру. Не, это не простая битва. Последний раз. Блять, это вот. Могли бы сразу показать ёперный балет. Там вы задрали. Настолько силен, да? Так, сохранить. И уровень. Уровень повышен. Да, кузнечку повышаем на максимум. Магию повышаем тоже на максимум. Угу. Вот. И у меня появилось удержать кнопку ледяного шквала, чтобы выпустить облако ледяных осколков. Не повышение на время, по подающему мигу враги получают ледяной пробивной урон, замораживающий урон. Вообще классно. Мудрец. Да, пока еще мудрец. Способности. Значение. У меня 49-й. Нет, не 49-й уровень. Ну, 76-й. 76. Еще 6. Понял. 2 уровня. Бежим! Чего? Да не трожь ты его! Блять, убил. Ух уж!
любитель зверюшек. Так, сохранить еще разок. Этот маг был умен. Сломать его разум было чудовищно трудно. В последний момент он попытался лишить меня победы. И счастье для тебя, он потерпел неудачу. Ты начинаешь видеть закономерность. Огонь, холод и буря дают мне форму. Кто я? How could you possibly understand the music that I move to? Does the hurricane? I am the hurricane, and you are nothing more. I have eaten the fruit of Ирминсула, the tree king, and sown blood into the fields of Эрданина. Я высосала мозг из костей Эрати и слышала плач умирающих звезд. Я Эмпирей, темное сердце владычицы скорби и страха. Я не подвластна твоей воле. Ух ты ж, блядь. Не вовремя, Николай, не вовремя. Ладно. Так, с расходными материалами. Да нет, не сильный враг. О, кстати. Молодца, нет. Торговля леденица, рассеянность, черная леденица. Мне надо зелье. Опыта. Зеленая кости получили. Вон рассеянный. Ты падла. Дура. Молодец. Так, оружие. Сух, всякого дерьма куча. Броня. Ловкость. Печально. Ну ладно. Поехали. Так, давай сдадим, наверное. Где он? Сейчас посмотрим. Вот это задание. Потом пойдем в магическую академию. Интересно, как они воспримут, что я убил главу магической академии? Просто интересно. Поверят они мне, что я не хотел. Ну, честно слово. Да что-то вы мне эпики все насыпаете. Аж странно. Так, смотрим. 15 урон. Что? Эпически умные. Костюм. Лук-лан. Надо будет смотреть. Нормально. Поехали дальше.
тут тоже что-то есть или нет, интересно. Даже горушка. Здесь горушка есть? Зачем? Ладно, поехали сюда. Артикал. Один золотой. Офигеть. Один золотой. Как я работаю монстром, рот как Микки, надеюсь. Anyway, just let me see how much I owe you. Would you like to continue helping me? Very well. If you'd well, perhaps we'll see. Смысл? Будто бегать непонятно куда, зачем. Не хочу. Карта. Задание. Так, у меня бутылки. Вернуться. Надо отдать задание. Поехали. Сады не забыли сгоревающие, чем устроены. Да, это правда. Девушка, вы все меня ждете и ждете. Можно поговорить с ней, интересно. All who love Lyria should seek the Orison at the temple. It's like nothing else I've known. Every morning, fresh soldiers board warships on the bow. Every night, the dead are wounded on the ships. Каждый ночь мертвые раненые от кораблей на сушу. Ебать, что это у тебя? Ты такая накачанная? Да, смотрите на вот этот, ну не трицепс, а плечевой мускул. Twenty. Do you want to ruin me? Students of magic, masters of spells. Нет, это прикольнее. Вот это прикольненько. Жить. They say old Abagast, who lives by the keys, is rich as a gift, and never goes out of his house. I say, don't ruin it. Curios, talismans, items of power. Thanks. Чё у меня такое чувство, что ее готовили под заготовку для ММОшки? Ну вот почему-то у меня это такое вот предчувствие. Знаете, такое как линейка, не линейка. Могли бы придумать. Разрабы такие. Так, если что, я его не убивал, он сам сдох. Good, you're back. As much as I'm dying to know what transpired at the Sky Crown, that'll just need to wait. He requested you join him in his quarters. А, так это не было бы. Подожди, это был не был архимагом. Так, задание. Сразу надо, короче, потому что. Я забываю. Так тяжело искать потом. Так, смотрим. Духа дезертера в пустыне. Это я еще туда. Испытание огнем. Вот, начиная с этого испытания огнем. Руина духа, порядок действий, непременная невеста, шодуфу и молния в бутылке. Еще раз. Для записи. Мне потом надо будет писать, что я здесь сделал, что не сделал. И вот для записи мне необходимо показать это было. Я потом в видео буду смотреть, просматривать и записывать. Чуть-чуть в описании. Greetings. Блять, не туда. I have many things I wish to attend to, but I can always entertain if there's a matter you wish to discuss.
Алхимия плюс один. Там без проблем. Поехали. Пусти меня, чудо-трава. Какой магический барьер? Блять, не туда. Сколько можно бегать? Чё? Так, замысловые знаки окружают ближайшего нового тела, кажется, будто мертвец, их становится своей кровью, сложенными все эти рисунки, видно пустое место, но прямо над головой лежащего человека. Некоторые противники обладают изменением определенным типом урона. Наконец-то, я ждал тебя раньше, проклятие сильно. Слава богам, что ты вообще здесь. Это тварь, что уходила за умом наших мудрецов, но это он явился и за мной. Какое проклятие? Она подчинила себе встреченных тобой мудрецов, я пытался ее прогнать. Ведь я и стою здесь перед выполнением шторма, стремя честь мой разум. Мне удалось сохранить часть. Мы встретились с Талрейн, я знал, что мудрец Ангар был прав насчет тебя. Может быть, тебе чересчур прав. Адепт с колдуньей тебя сводили не со случайностью. И не слепа удача спасла. Что она? Колдунья. Посягавшись на разум наших величайших магов, но это лишь малая часть истории. Мы успели обсудить ее истину, природу, когда я освобожусь. Меня не даром зовут Архимагом. Я готовился к данному нападению. Потом мы можем быть поговорим. Отключила себе мои беспорядочные мысли. Лишь здесь я защищен от ее власти. Помешай ее планам, возьми это подлинная история нашего ордена. Сейчас все, чем я могу тебе помочь. Понял. Получен темный империй. Так, нет, вот. Давайте почитаем. Слушай, по-моему, длинная книга. Долго грузится. В прошлый раз тоже долго грузилась. Так, падение темного империя. И так случилось, что в самый разгар между усобицей, когда королева Сиданус, настоящий тиран, уступила поля Эротелла крови. Я уже заговариваюсь, спать хочу. Нога. Глаза закрываются. Нога чешется, спать хочется. Короче, ладно. Так, троим заблудшим душам каким-то невероятным образом удалось выбраться из всей этой тьмы. Один из них оказался человек по имени Элладан Полнокровный. Он варанский формировщик с дальних северных земель. Отправился в путешествие ради получения новых знаний о работе с камнем. Так и казался в Эротеле. Когда он отказался строить храм в честь Сиданус, его посадили в тюрьму. Вторым был гном Марус Торикс, талантливый малый, с огромной тягой к знаниям. Он поменял уют и безопасность библиотеки на длительное путешествие в мир, где он все мог увидеть своими глазами, за то, что он преподавал концепцию, противоречащую чаще безоговорочному почитанию Сидану и ее режиму. Сидану и ее режиму. Его тоже бросили в тюрьму. Третья стала рожденная в глубине подземелья Ротира юная Альфарийка Эланор Б. Вот. Эланор При. Там же она и выросла, ослепленная кромешной тьмой своего родного дома. В тюрьме, принадлежащей Сиданус, Эланор достигла совершеннолетия, и она получила дар, элементарную магию. Преисполненная яростью девушка сложила подземелье дотла. Под присмотром учителей Торикса и полнокровного она освоила свой дар, после чего все трое решили выступить против тирании королевы. Быстро расплатили слухи о том, что есть некая группа, состоящая из учителей времени, все больше храбрецов выступали против правления Сиданус.
И присоединились к группе, и сопротивляясь из трех персон, превратилось 10, затем сотню, а потом 1000. Кто-то там проходили из ожесточенной битвы, 1000 погибли, целые города исчезали с лица земли, царил невыразимый ужас. Ибо каждая сторона отчаянно цеплялась за любую возможность и средства, чтобы одержать победу. Ярость Седануса желала уничтожить своих врагов любыми методами, никаких жертв ее не страшило, любое бесчинство было оправдано. Она применяла самые темные, самые бесчестные из искусств, и уже никто не вспомнит, какие колоссальные потери вследствие всех этих усилий понесло население. Но пламя, разжженная троица, никак не хотела погаснуть. Силу учителей, полнокровного его мудрости и умения придавали форму и закладывали фундамент, по идее. Фундамент для... Боже, это что ж такое? Фундамент для... Удалось, 7 лет они сражались ради свободы, и в конце концов они сразились, одна у нас на самом высокой шпиле, ротир поленили темного империи, и ее пытались уничтожить, но она оказалась слишком могущественной, так что ее заточили в клетке под землями, на которых уже возведут схолию аркана, а в проход наши три основателя запечатали своими магическими знаками и рунами. Она никогда не дождалась, не должна покинуть стен своей темницы. А ты, Архимаг, единственный ее страж. Ради этого и был создан наш орден, ради того, чтобы накопить как можно больше знаний, которые, если уж выйдет так, что темная империя снова рвется на свободу, возможно, нас использовать против нее. Храни эту мудрость и подготовь себе достойного времени. Коронные пути привели этих троих к стальным цепям рабства. Намена они поглотили, сплотили их, заставили обнаружить силу друг в друге, и вместе они обрели свободу. И вот так и возникла схоля аркана. Понятно. Все. Стоп. Это что, вы не хотите сказать, что мне теперь необходимо? Блять. Как же мне впало его проходить? По-моему, давайте мы его завтра будем проходить, да? Хорошо. Да, ну, блин, я уже с... Ладно, всем спокойной ночи. Спасибо, кто смотрел. До следующей серии. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Следующая будет... про то, как мы будем убивать женщину. Ладно, всем пока. Пускай у вас все будет хорошо. Пока.